Всем привет, дорогие зрители! Мы на территории Перзло, и я рад вас всех приветствовать со сборов футбольного клуба «Коринтинс» в Объединенных Арабских Эмиратах. Бразильцы продолжают готовиться к чемпионату своей страны, к серии А, через игры с российскими футбольными клубами. На днях они вынесли Краснодар 4-0, сейчас попробуют повторить то же самое с «Зенитом». Главный тренер «Коринтинса» выставил на игру очень много игроков, которые связаны с «Зенитом». Педриньо готовится перейти в питерский футбольный клуб. Юрий Альберто уже там играл. И вот эти двое сейчас организовали первую главу в матче. Но Виктор Жуляно совсем давно играл за «Зенит» в сезоне 2016-17. Еще пример Чевоческу. Сегодня он ушел в старте. А это центральный защитник «Коринтинса» Жил. Вывалился на ударную позицию и пробил точно руки Дениса Адамова. Активнее начали бразильцы. Но «Зенит» выдерживает пока давление. Майкон. Ключевой диспетчер центра поля «Коринтинса». Валенко, соответственно, в «Зените» один из ключевых диспетчеров. Состав «Зенита» далеко не самый основной. Показывает, в принципе, отношение Сергея Симака к этому матчу. Ренан, который, кстати, из «Зенита» тоже ушел. Дмитрий Васильев в опорной зоне. Коваленко и Дукейрос в центре поля. И Зидор в нападении. Кассир на лавке. Клаудиньо также на лавке. Ну а это Педриньо сам создал себе момент, убежал от всех. Еще один угол и заработал. Подача верхом сразу же. Никто не выбегает. Но вот Жил, неплохо, этот защитник опять включается в общую работу, а это вне игры у Сантоса. Вне игры у Фабио Сантоса, у левого защитника «Коринтинса». Вендал. Изидор. Угла Сантос. Вообще, «Зенит» можно тоже, строго говоря, назвать бразильцами. Но, впрочем, это российский клуб, и в нем много россиян играет. Педриньо. Великолепный пас. На Биро. Биро ушел назад, на Педриньо сделал передачу, Адамов в руки мяч забрал. Не просто с «Коринтинсом», с «Зенитом», смотрите, с «Краснодаром» было намного проще. Теперь приходится все свои ресурсы включать. И они пока вообще не приносят решительного результата. «Зенит» очень верно контролирует мяч. Неужели это тот самый «Зенит», который боится выездов даже в товарищеских матчах? Пока что кажется, что именно «Коринтинс» боится «Зенита» больше. Ну вот она быстрая контратака. Майкон убегает. Он, конечно, не Педриньо, но скорость у него тоже хорошая. И он бьет, и Юрий Альберто забивает гол. На лавце Юрий Альберто перед пустыми воротами. И он не промахнулся. Для Юрия Альберто это особенный матч против бывшей команды. Правило бывших опять сработало. Но, правда, Юрий Альберто очень некрасиво прощался с «Зенитом». Ну и реакция на гол
Мне кажется, еще более некрасиво. Она еще больше убила болельщика из «Зенита любви», если она вообще была Кирилл Альберт. А это Педрини 2-0. Сам все сделал. Не празднуют. Понимаю, что скоро ему играть за этот клуб. Но разобрался замечательно. И между ног Ренану мяч отправил. Словно выписав прощальный билет в Бразилию. Вместо него уже едет защитник Нино. С обороной Зенит все будет лучше намного. А это Ведл. Фол заработал на себе. Я желаю для Вериссимо. И сам же мяча. И подача. Но отбились бразильцы. 2-0. Два момента Коринтинса завершились голами. На 38 минуте Юрий Лаперта. На 43-й Педриньо. Второй тайм. Без замен пока. Ошибка на ровном месте. И вот пас на Педриньо. И удар. И Биру в пустые ворота 3-0. Вроде нет претензий к Адаму, но где центральные защитники? Где Ренан? Уже второй гол с трех забивается вот таким образом. Здор. Пытается Зенит организовать ответ. Ну, Керс. Подача. И Рисима снимает вверх. Биро. Сейчас должен был четвертый мяч залетать в рот Зенита. Убежал легче легкого Биро Дуло Сантоса. Но это офсайд у Юрия Альберта. Да, все-таки Коринтинс мастера Вити Зенита. Стоит это признать. Намного. Ну, у Зенита тоже есть моменты. Просто, наверное, даже этого не было. Ну, Керс. Ошибается на ровном месте, Дукерс. Слово бывший рук Коринтинса. Вендл. Нездор. Жил. Жил, добыл. Да, сделал передачу точно. Да, ошиблись игроки Зенита. Биро. Замечательно разыграли от футболиста Коринтинса. Подача на Юрия Альберта. Удар 4-0. Да. Дубль Юрия Альберта. Выходит вместо него, наконец, Филиппе Аугусто. Анхель Ромеро появляется вместо Биро. Рони вместо Жулиана. Матиас Рохас вместо Майкона. Да, Юрий Альберт еще очень долго будет вспоминать нехорошими словами. Болельщики Зенита. Абсолютно за дело. Но сам Коринтинс молодцы. По максимуму нивелировали историю с этим токсичным игроком. В том числе и продав Педриньо. Он опять убегает и опять забивает. Замечательный гол. Красивый.
Барон, Зенит, Решето. Почему дуки распекал, Педрини, вроде как. Васильев. Адамов. Коваленко. И все же я скажу, что Краснодар проиграл намного позорнее. Вендал. Отбилась Каринтинс. Рамос фалит на желтую. Рафаэль Рамос. Штрафной в пользу Зенита. Доннелли ловит мяч после удара Барриса. И убивает точно на Педрине. Убегает от всех. Делает хет-трик. 6-0. Да, взрывная просто скорость Педрине. И он бегал все 90 минут. Такой чувак Зениту явно пригодится. Ну и умение завершить тоже на уровне. Здор. Надо делать передачу. Вену. Все. 6-0. Каринтинс на несколько порядков сильнее Зенита. Но отчаиваться не стоит. Балласт зенитовский уже едет домой. А Педриньо в Зените. И Нино тоже в Зените.